Здравствуйте! В эфире программа «День города». О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Мы помним, в Рязанской библиотеке в годовщину Бесланской трагедии говорили о борьбе с терроризмом. Кесарю Кесарева – духовное наследие семьи Крюковых. Роль с глубоким смыслом в Рязань привезли шекспировского Гамлета. Городские власти решили оставить выделенные полосы в центре Рязани. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Речь идет о выделенках на Первомайском проспекте и на Московском шоссе. Как заявляют в администрации, целесообразность наличия выделенных полос для общественного транспорта на центральных улицах Рязани подтверждена неким анализом. Снизилось число ДТП с участием общественного транспорта, ускорилось движение при высокой плотности. Напомним, на этих участках установлены камеры видеофиксации нарушений. В библиотеке имени Горького вспоминали один из самых трагических эпизодов в российской истории – теракт 1 сентября 2004 года в Беслане. В результате террористического акта погибли 333 человека, 186 из которых – дети. Для детей Бесланской школы номер 1 учебный 2004 год начался с трагедии. Террористы захватили учебное учреждение вместе со школьниками, учителями и их родителями сразу после торжественной линейки. Всего более 1000 человек. Оккупация бандитами продолжалась 3 дня. Скоро 20 лет, как случилась эта немыслимая беда, горе, перевернувшее наше представление о добре и зле. Нам казалось, что все страшное, что могло было быть применено против человечества, случилось когда-то тогда, давно, в годы войны. Оказалось, что терроризм не истреблен. На протяжении всех дней боевики отказывались принять продукты, воду и медикаменты для заложников. А потом были взрывы, штурм и выстрелы в спину со стороны боевиков. В теракте погибло более 300 человек. Эта трагедия навсегда останется кровавым пятном на страницах истории нашей страны. Во время событий сентября 2004 года в Беслане погибли и те, кто героически ценой своей жизни спасал заложников. Их имена также навсегда останутся в нашей памяти. Они это делали не просто, что у них это профессия, потому что закрыть собой ребенка, накрыть собой гранату – это не просто. Это порыв души, это требование сердца, когда ты понимаешь, что если ты этого не сделаешь, то другому беззащитному человеку будет плохо. На мероприятии память погибших почтили минутой молчания. А еще рязанцам напомнили о том, как можно предотвратить террористические акты. Бдительность, неравнодушие и сплоченность – главные факторы по борьбе с этой общей угрозой. Кристина Бочкарева, телекомпания «Город». Первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Алексей Турчак – предложил Владимиру Путину присвоить звание «Город трудовой доблести» 11 городам. Среди перечисленных есть и Рязань. Депутат добавил, что все города достойны этого почетного звания, а подтверждается это как поддержкой жителей, собрано почти 2,5 миллиона подписей, так и экспертными заключениями Российской академии наук. Помимо Рязани, в список вошли также Воркута, Кемерово, Кострома, Сызрань и другие. Президент России Владимир Путин эту идею одобрил. Наступление осени ознаменовалось прекрасной погодой, и пока что она сохранится, в ближайшую неделю уж точно. Долгосрочные прогнозы, как напоминают синоптики, весьма приблизительные, но мы все же попробуем. Предполагаемая среднемесячная температура в регионе плюс 12-13 градусов, что несколько теплее обычного. Ожидаемое количество осадков 80-90 мм, что немногим больше средних многолетних значений. В начале сентября сухо и тепло, температура плюс 22, плюс 27. К середине первой декады возможны кратковременные дожди, грозы, днем 15-20. В конце первой декады без осадков, дневная температура плюс 11-16. К началу второй десятилетия
пятидневки возможен небольшой дождь днем плюс 14-19. В середине месяца ожидается сухая теплая погода, максимальная температура плюс 20, плюс 25. К концу второй десятидневки ожидается переменная облачность без существенных осадков. Станет немного прохладнее. Дневная температура плюс 17-22. В середине третьей декады облачно с прояснениями, пройдут дожди. Дневная температура плюс 9-14. Ночью при прояснениях местами слабые заморозки. Завершится сентябрь теплой, сухой погодой. Максимальная температура днем плюс 15-20. Очень теплый сентябрь наблюдался в 2018 году. Средняя месячная температура составила плюс 14,5 градусов, что на 3,5 градуса выше обычной. Это второй самый теплый месяц с продолжительным бабьим летом после 1938 года, когда за счет аномально теплой первой половины месяца средняя температура достигла плюс 15 градусов. А вот прошлогодний сентябрь оказался холоднее обычного почти на 2 градуса. Осадков выпало в пределах нормы. Причем осень в буквальном смысле ворвалась на русскую равнину с самого начала месяца после аномально теплого сухого августа. Самый теплый день был отмечен 16 сентября, когда днем максимальная температура достигла 17 градусов, что стало самым низким значением за все годы наблюдений. Это был один из редких месяцев без классического бабьего лета. В этом году в начале октября воздух прогреется до плюс 10, а к концу месяца температура понизится до плюс 7. Пасмурно, осадков не прогнозируется. А в ноябре ожидается пасмурная холодная погода. Днем термометр будет выдавать не более плюс 5, а ночью до 0 градусов. К концу ноября придет минусовая температура и днем, и ночью. В России увеличилось количество заболевших коронавирусом более чем на 30%. Об этом сообщили в Федеральном оперштабе. Коронавирус подтвердили у жителей 53 регионов России. Впрочем, это не стало сюрпризом. Медики предупреждали, что в осенне-зимний период вырастет количество пациентов с коронавирусной инфекцией. Советы по профилактике простые. Избегать мест массового скопления людей, носить медицинскую маску, пользоваться антисептиком и чаще мыть руки. Чтобы снизить риск заражения, также рекомендуется вести здоровый образ жизни. Партнер программы «День города» – это выставка свежей рыбы и икры. Вкусные, свежие деликатесы, по заверениям продавцов, ждут вас на первом этаже торгового центра «Круиз». Архиерейское богослужение, божественная литургия прошла в сельской церкви. Храм этот построен в честь святителя Василия Рязанского, да и история строительства у него необычная. История этого храма в Новоселках берет свое начало в событиях 18-летней давности. Тогда у будущих благотворителей храма, Читы Крюковых, в семье произошло необычное событие. Супруга исцелилась от серьезной болезни. И они дали обет построить в поселке храм. От своего намерения не отступили. Продали имущество, организовали сбор среди односельчан. Храм был освящен в сентябре 2015 года. Божественную литургию провел митрополит Рязанский и Михайловский Марк. В своем наставлении он напомнил прихожанам историю о попытке законников уловить Христа. Тогда фарисеи пришли к нему с вопросом, нужно ли давать подать римской власти. В те времена Святая Земля находилась под оккупацией Рима. И многие евреи платить подать римской власти отказывались. А подвох заключался вот в чем. Стоит спасителю ответить, что платить не нужно, тогда его обвинят в нарушении закона. А если скажет, что нужно, то его можно будет обвинить в подчинении оккупационным властям. Христос ответил иначе. Он попросил законников взглянуть на монету. Там был изображен римский император Кесарь. Тогда-то Христос и произнес знаменитую фразу «Отдавайте Кесарю Кесарева, а Божие Богу». Действительно, не нужно сталкивать Божие ни с Кесаревым, ни с чем другим. Как тогда, так и сегодня. Церковь не есть государство. И церковь не призвана подменять государство. Приветствуя горожан, митрополит Марк пожелал им здравия и мира, а также выразил надежду, что в храм будет приходить еще больше людей, проживающих поблизости, и находить утешение в молитве, как нашла когда-то Чита Крюковых, которая этот храм и воздвигла.
Много борьбы и мало забитых голов увидели болельщики в матче футбольных клубов «Рязани» и «Калуга». Встреча изобиловала нарушениями и стыками. Судьбу матча решил всего один забитый мяч. Матч с одним из лидеров группы «Калуга» и «Рязань» начала довольно резво и даже могла открывать счет, если бы пас пришел в штрафную чуть позже. Но офсайд. Основная борьба развернулась в середине поля, ее обе команды преодолевали с трудом. Было много мелких и крупных стыков. У команд многое не получалось, возможно, из-за качества поля. Терялось время на обработку мяча, терялось время на принятие решения. Отсюда, мы потеряли качество, где быстрота работы с мячом и быстро проводить атаки. Ну, еще раз, понравилась команда, понравилась организованная команда. Нас хорошо изучили. Нам сложно было преодолевать насыщенную оборону. И тем не менее, в первом тайме одну разящую атаку гостям провести все-таки удалось. Калужане подловили рязанцев на ошибки в обороне. Пас прошел в свободную зону, и нападающий белосиних Максим Ставцев отправил мяч в дальний, 0-1. До перерыва счет не изменился. А вот сразу после рязанцы усилили давление, но защитные редуты калужан были в этот день непроходимы. Даже если подопечные Максима Швецова доводили дело до удара, на пути мяча практически всегда оказывался защитник. Калужане буквально стелились по полю и в итоге довели матч до победы, которая вывела их на чистое первое место в турнирной таблице. К сожалению, в первом тайме пропустили не совсем обязательный гол. Потеряли мяч в центре поля и не смогли перестроиться. Во втором тайме подровняли игру. Где-то даже, может быть, за счет давления забрали немного территорию. Но, к сожалению, не получилось создать много моментов, а те, которые были, мы не использовали. После этого условно-домашнего поражения рязанцы откатились на 10-е место. Следующий матч у них кубковый, 13 сентября. В 1/64 финала горожане сыграют в Дзержинске с местным химиком. Трагедия Уильяма Шекспира «Гамлет» – самая знаменитая и самая известная пьеса в мировой драматургии. Даже те, кто не знаком с творчеством великого мастера, широко употребляют в современной речи фразы из «Гамлета» «Быть или не быть, вот в чем вопрос» и «Бедный Йорик». Свою интерпретацию классического произведения под кодовым названием «Гертруда. Дани, краса и королева» и этот, как его принц датский, представил режиссер Олег Жукжда, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь. Олег Жукжда хорошо знаком рязанской публике по спектаклям «И наказание», «Снился мне сад», «Женитьба», «Король олень», «Маленькие трагедии», «Сон в летнюю ночь». Жанр новой постановки сам режиссер определил как парафраз на гамлетовские темы. Основа сюжета осталась шекспировской, но наибольшее внимание уделено не конкретно Гамлету, а его семье, а именно взаимоотношениям с матерью, Гертрудой, королевой Дании. Спектакль этот необычный во всех смыслах, не только для нас, но и в целом в театре и в театре кукол такие прецеденты случаются крайне редко. Это большой международный проект, работа над ним длилась несколько десятилетий. Впервые за 10 лет на сцене появляется директор Рязанского театра кукол. Он исполняет роль, которую принято по-русски называть «Тень отца Гамлета», хотя у Пастернака, а мы играем именно в переводе Пастернака, называется «Король Дании». Интереса добавило сочетание классического перевода Шекспира Борисом Пастернаком с вольным изложением текста творческой группы, что помогло создать комические эпизоды. В постановке множество хореографических сцен различной направленности. Находкой режиссера стало так называемое смешение эпох. Действие происходит в 13 веке, а действующие лица в современных костюмах, что тоже прибавляет комизма. Я играю более комедийные роли, а это все-таки какая-то более серьезная роль с каким-то таким глубоким смыслом. Клавдий в нашем спектакле все-таки не совсем в таком классическом виде представлен. Он более представлен в поддающейся все равно роли, потому что сверху все равно Гертруда, которая больше манипулирует и им, и другими людьми. А Клавдий как бы думает то, что он может много чего сделать, но по правде это совсем не так. За счет своеобразной постановки жукждинский «Гамлет» не кажется таким уж трагичным. Хоть «Гамлет» и известное произведение, но все же перед походом в театр почитайте оригинал, что поможет не отвлекаться от темы. Премьерные спектакли «Гертруда», «Дании», «Краса и королева»
«Королева» и этот, как его, «Принц датский». В Рязанском театре «Кукол» пройдут 5 и 6 сентября. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Это свершилось! Камчатские деликатесы в Рязани. Цены от производителя. Наша гарантия – это наше качество. С 4 по 9 сентября у входа в ТЦ «Круиз».